Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Фокси и Шадов. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Вы мне все завали личку, чтобы я записал рубрику «Аниматроники пугают охранника». Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас будет не просто «Аниматроники пугают охранника», а еще и режим аниматроника. Вот покажи, если у нас будет зеленый фонарик, аниматроник добрый. Если будет фонарик гореть красным, значит он будет на нас нападать, не надо убегать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Ты чё? А чё так резко? Я думал, там какие-то звуки поиздаёшь. Ну ладно, еще не наработанная схема у нас. Убил меня эндоскелет. Ползет. Красный, красный, пацаны, забегайте в хату. Быстрее, закрывайтесь. Заходи, заходи. А, я по 5 раз жму одну и ту же кнопку. Ушел. Стрелять ему в жопу. Ай. Аниматроник, слышишь, не говорит. Красный, красный стал. Пацаны, я возьму админский пистолет. Если он зайдет, я его убью. Ой. Я пошел. Тут давай. Дело. Уходи, уходи. Тебе здесь делать нечего. Пацаны, выходим. Место зачищено успешно. Выходи, заходи назад, заходи. Закрывай. Мы успели. Ты не смог. Тебе не получилось. А что, я тут... Пожалуй, посплю немножечко, окей? Ты жопу не засовывай нам сюда. Эй! Ты чё так делаешь? Ладно, хорошо, все, ухожу. А как ты так... Ноги там, туловище здесь. Еще так смотрит по сторонам, так... Ага, никого нету. Так, здравствуйте, что вы там про меня говорили, однако? Что за жопа? А! Это аниме... Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. И я скажу вам спасибо. Так, смотрит, смотрит. Ржёшь, что ли? Убежал, убежал, убежал. Опять бежит. Один ваш, мы выйдем? Мы не выйдем. Не-не-не. Так, пацаны стоят, сыкают. Я тоже. Выходите. Прощай, ты мясо. Это нас ловлено живца. Ловлено охранника. Эй! Эй! Эй, ты чего? Двигай, двигай его. Во! Кстати, прикольно, дробашон можно отодвигать его назад. Плохо не могу через щелку вот это в двери мочить. Пацаны, давайте посмотрим по камерам. Вон, я его вижу, я вижу. Он в зале главном. Так, это не та комната. Че, у меня одна и та же комната. Там надо уметь нажимать, если что. Я знаю, что надо уметь, потому не умею. Все логично сходится. Так, смотрите, а сейчас либо вам отвернуться, либо не отворачиваться. Это уже ваш. А что ты сделаешь? Валим. Я просто валю. Отвали от меня. Я тебя увидел, я не хочу с тобой дружить. Мне мама не решает. Ну, слушай, блин, я хотел тут завести друзей, но ладно, я пошел. Так, 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 ребята, шкеримся. Fucking shit! Блин, такой красный свет заходит и заглядывает. Давай! Подними настроение новое. Так, я не понял, кто в меня стрелял. Ты что делаешь у меня дома? Эй! Дима! Эй! Отвали, я тебя физганом не могу убить! Вали! Минус. Так, я не понял, кто в меня стрелял. Я не понял, что ты делаешь у меня дома. Я не понял, что вы тут все делаете у меня дома. Так, отлично. Где он? Где он? Я его не слышу. Фокс! Я слышу его запах, очень приятный. Фокси, Фокси. Так, так, так. Фокси, минус. Стоим, 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 шкеримся. Он меня не увидит, по-любому. Думаешь? Ничего не видно. Так, я не понял, куда вы ты там бежит. Так, прячемся, ребята. Стоим. Увидеть, не увидеть, на дурачка. Так, 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 так. Не вижу фонариков никаких. Потому что я скрыт. Ага, я понял. Скрылся. Скрыт. Бойся меня, Дима. Бойся. Ты меня не сможешь убить. Привет. Упс. Отвали, блин, да как? Да как ты такой? А, это ж на расстоянии не убивает, я вспомнил. Нет, у этого радиуса нету. Не радиуса, просто так мочит, да, сразу? Да.
нет, как сказать, а именно наводиться на твой трупешник будущий. Так, Half-Life. Ставим бомбочки, раз. Ставим бомбочки, два. Заходим. Посмотри с фонариком. Не, я боюсь. Это ты там? Я не по... Ты чё, офигел? Давай, мочи, мочи, мочи его! Только я говорю охраннику, не ему. Ах, там бомба! Ого, как ты так ходишь? Это, короче, я присел и начал ходить, как инвалид. Мы все двери открываем. О, мы успели закрыть! Слышите звук такой скрипучий, прикольный? Это такой звук скрипа издаешь, как будто сапоги резиновые у тебя. Это я. Это ты. Я вижу тень твою, как-то квадратно. Уходит, уходит. Маринетка слева сняла свою маску и показывает, какая она красивая. Уи. Улетела. Так, пацаны, давайте еще возьмем бомбочек, нафигачим. Оу. Упс. Я не так как-то ее поставил, да? Такс. Отвали! А, свои мочат! Свои их мочат. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Пошел, пошел, пошел. А я сижу на крысу. И выиграю, надеюсь. Так, ты что, офигел меня стрелять? Я тебя сейчас убью. Так, подождите, а на эту кнопку... А, если просто нет анимации, то я ее просто брошу. Чпонькс. Знаешь по звуку? Бум. Знал? Да. Ну, так я бум! Это у тебя спринтрап. Готов. Пацаны, набрасываем, набрасываем бомбы туда. В смысле набрасываем? Да. Бросай, бросай, бросай бомбы. О, Дима! Пожертвуй собой! Самоубийца! У тебя сильно много жизней, 7000 семерок! Так нечестно! Я вынужден удалиться. Так, ребята, это оружие, она мне... О! Я вспомнил, какое у нас оружие есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Возьми монет. Нет, нет, нет. Ой! Ой, блин! Да что ж такое, я рядом стрелял и попал. О-о-о! Больно в ноге убили. Чё меня. Там? Иди сюда. Как я подойду? Пацаны, пацаны, идемте, не ссыте. Я прикрою. О, простреливаем проход, не даем ему выйти. Алё, я там ушел. Нормально. А! Жлоб! А как? Где? Где ты нарисовался? Блин! Я же сказал то, что я был дохлый. На тебе в спину! Ребята, все, я уже не боюсь его. Охранник кто? Мы, Ярушка у нас. Я понял, где я не подойду к тебе. О, больно. Нормально, оно прям выжигает. Тут столы горит. Горят, все горит в хате. Ого, на отдача. А мне интересно, откуда ты стреляешь? Я отсюда стреляю. А, сюда я тебя понял. Давай! Нет! Ты боишься нас? Ну все, это бан. Тоби бан. Это смерть. Деон, Деон, вот он. Еще раз убил, а? Я в заначках достал оружие свое козырное. А ну сейчас мы полетим сюда. Ой. Выходи. Давай, где ты? Вот все. Так, 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 ребята, палим его. Так, так, так. Ну, иди сюда. Иди сюда. Бум. О, ты что, не умер, что ли? Нет. Да это нечестно! То что когда Димас увольнул бомбой этой. Бум! А, теперь вы это сделали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
Сейчас.